Thank you.
ну тем более. Я думала, что еще не работает. А ну все. Это на заявление. Thank you.
подходим. Включили вентилятор. Оленька, привет. Слушай, я звонила, маме позвонила. Там пришел багаж с Питером. Я подсоединяю. 4 места, 44 килограмма, 720 рублей. И мама сказала, Гриша съездит, да? Печати-то нет, не перекрываем, мы так бы сейчас сразу забрали. Я так поняла, да. Ну перезвоним. 44 килограмма. 720 рублей. 720. А еду в поезде. Сегодня приеду. Так что работай, работай. Связь хреновая. Как дела? Ну такая связь вот здесь в горах. Как мои дела? Я знаю, что сейчас начинали строить. Так. Угу.